А я буду убирать. Что летите? Я буду двор подметать. Я лучше это делаю, понятно? Что значит ты лучше? У меня больше опыта. Я целых 2 дня убирал сам. Вот именно, вот, а мне надо научиться, поэтому я буду убирать. Нет, не пойдет. Не поняла? Что за разборки? Дайте пропылесошу. Нет, не дадим. Так, я не поняла, в чем дело. Вообще-то я тут, Арсений, в чем дело? Почему папа мне не дает пропылесосить? Говорит, что он хочет первый... Так, все. Все хотят пылесосить, насколько я поняла, да? Этой штукой. Кто не знает, это штука для уборки песка с плитки. И вообще любого мусора. И я поняла, все хотят ей пользоваться, конечно, да? Конечно, я уже ее взял и никому не отдам, все. А я предлагаю челлендж. Будет ей играться тот, кто выиграет в нашем челлендже. Давайте, я согласен. А что за челлендж? Саш, как ты думаешь, что за челлендж? Не знаю. Коля, как ты думаешь, что за челлендж? Ну, наверное, кто лучше ей обращается. Блин, точно, ты в точку. Я предлагаю рассыпать каждому участнику по мешочку пшена. И кто быстрее соберет, тот и будет ей играться в течение целой недели. Как вам, пацаны? Круто. Саш, ты как? Круто. Я тоже согласна, это круто. Так, Коль, ты согласен, что это круто? Конечно, я выиграю. А кто будет первым собирать? Давайте определимся на чифифо. Ладно. Я тоже участвую, поэтому не без меня. И стенде не видно. И чифифо. Так. Саша первый. Первый. Кто второй? Чифифо. Блин, Арсений второй. Коля. Чифифо. Я третья, Коля четвертый. Итак, да, я думал первый, ё-моё, ладно. Итак, зато четвертый человек рассыпает. Но первому это предоставляется тебе. Рассыпать можно вот здесь, вот по всей площади. Саш, тебя задача за максимально короткое время убраться все и очень качественно. Легко. Понятно? Да. Коля, ты готов? Конечно. Итак, смотрим, где Коля рассыпает. И поехали. Ты быстро справишься или не очень? Я уже даже буду знать тактику. Вот это все пространство, вся эта дорожка у нас полностью в пшени. Я готов. Ты готов? Секундомер. Коля засекает время. На этом секундомере и на старт. Внимание. Пошел! Погнали! Долго, 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 долго. Как вы, ребята, думаете, кто же будет первым у нас? Все. Саша, все. Он считает, что я вам покажу, смотрите. Пшена. А это уже в дырочках, это почти не пылесосится. Это очень много вот, пшена видите, осталось. Вот, это не будет. Ну вот, теперь мы взвешиваем. Арсений, беги за весами в дом. Ладно, у него минута 15. Он считает, что он справился за минуту 15 секунд. Интересно, сколько грамм? И мисочку, Арсений, сколько грамм пшена ты собрал? Ты как ты думаешь? Нормально. Нет, Арсений, не эти. Маленькие. Маленькие, хотя прекрасно большие. 700 грамм. 700 грамм, интересно. Я думаю, грамм 600 собрал. А я думаю, грамм 400 ты собрал. Ты, Саня, половину, мне кажется, собрал. Итак, ставим мы весы на 0 и высыпаем все зерно. И в результате у нас 596 грамм. Ну, 600, я же говорила. 596 грамм, практически 600, я Саш. Знаю, ну, что принципе, я сколько я собрал. В принципе, немало. Кто у нас второй? Арсень, ты второй? Ребятушки. Да. Ребятушки. Ты призываешь всех болеть за тебя? Да. Почти Саша крутой. Собрал. Саша супер уборщик. Да. Ну посмотри, как это выполнит Арсений. Это потом птичкам в город завезем. Да, чтобы пшено не пропадало, точно высыпем птичкам. Держи, Саня, и давай. И поехали. Смотрим, куда же он будет сыпать. И пошел рассыпать все зерно. У Саши было минута 15.
Минута 15. Тогда давайте так приблизительно... И 600 грамм. Да. Но у нас каждый останавливает в то время, как он считает нужным, или... Да. Когда он считает, что он все убрал, да? Да. И Арсений на старт. Внимание! А подожди секунду. А я тогда предлагаю каждое лишнее 50 грамм, если будут собраны, давай каждое лишнее 30 грамм собранные, минус 10 секунд от твоего времени. Ага, о, круто, каждых 10 грамм? Нет, каждое 20 грамм, да. Каждое 20 грамм, минус 10 секунд. Минус 10 секунд. Саш, ты согласен? У меня 600 грамм, грубо говоря, да? Да. Да. Итак, давай на старт, внимание. Поехали! Так, Арсений, 58-59 минута. Осталось 15 секунд до Сашиного времени. Но ты можешь убирать гораздо дольше. И что, что, что? Так, Коля, есть Сашино время? 12, 13, стоп. Ты все? Ты считаешь, что ты все убрал? Да. У Арсения минута 14-90. Ага, на 10, на 10 сотых, да? Да, да. На 10 сотых. Интересно, сколько же у Арсения граммов? Мне кажется, его меньше. Просто типа вот там плохо, и вот тут вот. Посмотрим, давайте мы посмотрим. И засекаем. Так, ставим на ноль наши весы. И смотрим. Сколько же зерна? 115 грамм! Нифига себе, Саш! У нас появился новый лидер. Арсений. Чуть-чуть, он буквально на 15 грамм и на 0,1 секунды. Это как? Это бывает? Прикольно. Ничего, следующее я. Кто я же просто будет... у него еще с моего осталось. Не знаю, может быть. Может, Коля как раз и повезло, что он четвертый, а? Вы видите, у него, видите, сколько еще пшена валяется. А, отлично, так что я буду, я думаю, я теперь буду первая. Теперь я. А мне надо убрать так, чтобы Коле ничего не досталось. Да, Арсений рассыпает пшено для меня. Вон там Арсений на столе лежит. И очень интересно, как же справлюсь я. Ладно, я также буду использовать эту минуту 15 секунд. Но я постараюсь собрать больше, нежели Арсений. Давай, Арс, рассыпай. Саш, прикольный челлендж. Там еще просто смотрите, я собрал 600, там еще 100 моих грамм осталось. Да, да. Саня, я тебе хочу сказать. У меня 200 ваших. Ребята, вы не считайте, смотрите, ваши 100 грамм, они забиты в эти. Они слетели сюда, они не выбирают с этого, поэтому мы потом просто остатки, я чувствую, будем смывать водой, и просто птицы будут съедать. Съедать. Арсений, смотрите, какой-то рассыпает. А сейчас одну это пускай сыпет, мне это только на руку. Арсений, за лестницу не сыпать. Да, за лестницу не сыпать, потому что там просто нереально собрать. Ну что, Арс, ты готов? Что ты делаешь? Все, Арсений ничего. Рассыпал. Нет, там все окей. Все, Арсений, ты готов? Да. Старт. Внимание, мальчики сидят, смотрят. Погнали. Поехали. Ты решила медленнее, да? 10 секунд прошло. Двадцать один, 22, 23, 24, 25. Стоп. Маму самая чистая. Минута 27:09. Итак, я переборщила на сколько? На 10 секунд, да? 800 грамм, мне кажется. Минута 27, это на 12 секунд. На 12 секунд, то есть мне надо 20 грамм переплюнуть Арсения, я правильно понимаю? Чтобы сравняться. Если будет 20 грамм, то все равно Арсений будет впереди. Ну, 25. Ну, 25. Итак, проверяем. Мам, ты что? Интересно, мне очень, мне самой очень интересно. Ставлю весы. Так, и высыпаем. Папа, снимаю, сколько там грамм.
На 4 грамма ты собрала больше, чем Арсений. И минус еще. Короче, моя тактика не дала плодов, да? Получается, если бы я быстрее собирала, ну, не знаю, не знаю. Получается... Короче, у нас сейчас первый Арсений, второй Саша, третья мама. Ну ничего, еще ты. Давай, теперь я тебя рассыпаю. Коля, я рассыпаю для тебя мешочек пшена. А я должна к папу тактика буду. Ой, мам, ты что там ножка? Да, 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 да. Не давите мое пшено. Я его собрать хочу. О, и в углы мне насыпали, тоже мне. Мама, молодец. Никто не хочет, чтобы выиграл папа. Да, вообще, я смотрю, это заговор. Все, ушли все. 2, 3. Погнали. Ох ты, Коля решил брать скоростью. Ну, посмотрим, принесет ли это плоды. Блин, зерна вообще везде разлетаются. Где только можно. Соберет ли он больше всех зерен? Интересно, выйдет ли он на первое место или будет последним? А может вторым? Или третьим? 30 секунд. 30 секунд прошло. Коля очень спешит. Смотрите, насколько он быстро все это делает. Летает прямо, как будто в последний раз в жизни он этой машинкой пользуется. Еще не все, Арсений, еще не все. Там еще много, особенно по углам. Вот там, да, очень много зерен. Ну что, что? Я выиграл, хватит. 50 секунд. Ты реально думаешь, что ты по времени... Минута 0-1. Минута 0-1. И давайте, Арсений, неси мисочку, ставь. Арсений ставит мисочку. Мы включаем наши весы. Да, у папы очень мало пшена. И Коля. Неужели Арсений выиграет этот челлендж, а? Папа, 700 грамм. 589 грамм плюс... 590. Папа, 590 за минуту плюс даже... справился. Даже, смотри, если мы тебе добавляем 30 грамм, у тебя выходит... 620. Папа выиграл. Грамм. Отлично. Твоя тактика остановиться раньше была самой верной, получается, да? Фух, да. И в результате сегодня в нашем челлендже выигрывает Коля. И так и быть, ты можешь пользоваться этой штукой целую неделю. А мы все остальные будем использовать веник. Не повезло нам, Саш, ты получаешься на третьем месте. А ты на четвертом. Я на четвертом месте, и Арсений на втором. Ребят, если вам понравился наш челлендж, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Всем пока!